Ты типа романтик? А я думала, что ты не очень. Ты тот самый гитарист. Ребят, всем привет. На связи Хижина Музыканта. И сейчас будет новый выпуск гитариста в русской чат-рулетке. Перед началом одна просьба. Подпишитесь на канал, сделайте красную кнопку серой, поставьте лайк. Ну а если хотите послушать меня вживую, приходите на мои сольные концерты в Казани, в Москве и в Питере. Уже состоятся очень скоро. Поэтому успейте урвать билеты по ссылке в описании. Погнали смотреть. Привет. Подожди, у меня муж на тебя подписан, но он мне не поверит. Да, я знаю, все надо. Так делают. Я тоже хочу. Пожалуйста. Пожалуйста, просто играй. Просто играй, да. Просто играй. Просто спасибо тебе большое. Вот просто. Ты чудо. Утренний рассвет, солнце поднималось над землей. Просыпался лес, восхищаясь розовой зарей. Над озером стоял, клубился белый туман. Во враге под горою шелестела листва. Луч солнца улыбался и с росою играл. Особенный прекрасный утром эти места. В продолжение сна дивная пора. Так божественна природа и проста. Держать. Спасибо большое. Чудо. Смотрим в Ютубе, видим, знаем, да, правда. Респект. Сейчас. Спасибо. Я тебе покажу твоего подписчика сейчас. Спящего, что ли? Да, привет. One love, правда, вообще. Блин, классная реакция получилась. Ребята, а хотели бы и вы играть на гитаре? Кадрить девчонок, иметь крутое хобби, которое поможет по вечерам отвлечься от мирской суеты, исполнять любимые песни. Если да, то начнем с простого, скачаем приложение Timbro на наш телефон. Приложение Timbro позволяет научиться играть на гитаре и фортепиано с полного нуля, просто выполняя легкие простые задания, которые здесь даются. Технологии подключать гитару к смартфону не нужно. Приложение слышит каждую струну, которую вы дергаете. И если у вас нету своей настоящей гитары или фортепиано, вы можете играть на виртуальной. Пожалуйста. Поэтому скачиваем приложение Timbro и уже начинаем учиться прямо сегодня, не откладывая, ребята. Ну а если вы перейдете по ссылке в описании, то получите 50% скидку на премиум аккаунт, где доступны все песни, все уроки, все гамки, поэтому работаем. Привет. Мой фобия гитаров. Угу, классная реакция. Ой, фу, убери гитару. Фу-фу-фу-фу. Фу таким быть. Привет. Привет. В магазине? Работаете? Умер, ладно. Я вот до сих пор удивляюсь. Привет. Привет. Чему удивляешься? Господи. Господи, это ты. Девчонки, засыпаю. А ты пиздец, пожалуйста. Привет. Привет. Кажись, я тебя знаю, по-моему. Но лицо очень знакомое. Путают с Масленниковым частенько. Возможно. Ну да. Но ты похож... Не знаю, почему ты... Вот... Ну, а ты похож на моих братьев. А ты в каком городе? Ижевск. Ого. Недалеко от меня, я в Казани вот. Ты татарин? Ну да. Поэтому похож, собственно говоря, все. Вот мы разгадали загадку. Да? Да. Все очень просто. Мы похожи. Все татаро-родственники, если вы не знали.
Чего с гитарой сидишь? Удобно обниматься? Да, удобнее. Ну, куда руки девать? Так положил, смотри, удобно вот так. Я не буду говорить, куда люди руки девают. А, вот видишь? А я все выставляю вот так, чтобы когда... Сразу, знаешь, такое доверие чувствуется. Да, да, вот так. Вхожу в кадр сразу. А что ты тут делаешь, мне интересно? Мне просто скучно, делать нечего. Ну, давай развлеку. Не надо. Звучит не очень. Ну, смотря каким образом. Ты уж, я думаю, понимаешь намек вот на это. А что умеешь? Татарскую песню. Какую? Гумерутэ, Эльдермеш. А ты какой любишь? Уфтанмаш, что ли? Нет. Любимая песня моя — Ромашкалар. А, ну не пробовал играть. Ну, это она такая. Ну и Туганьяк, ну как бы это гимн, так что практически. Туганьяк? Да. Угу. Ну давай, попробуем ее вспомнить, по крайней мере. Туганьякка йол тутаман, Туганьяк, Туганьяк. Иң гүзәл газиз якка, Туганьяк, Туганьяк. Жир-жиләкләре пешкән чап, Туганьяк, Туганьяк. Ошыгам қойылыққа, Туганьяк, Туганьяк. Толқына күңел, толқына ашқына, Йорсуына түз, түз генә. Я еще не слышала. Современно, понимаешь? Современная версия Туганьяк. Да. Я тебя видела уже. Где-то на просторах Ютуба. Где-то на просторах Сабантуя. Как это? Ну ты ж ходишь на Сабантуя, я там тоже был. На кулачном бою дрался. Да, 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 да. Здорово. Здравствуйте. Как дела у вас? Отлично. Все супер, мы вас поздравляем с праздником, желаем вам счастья, здоровья, удачи, любви, вам, вашей будущей жене, вашим будущим детям, всего самого наилучшего. Вау, меня так еще не поздравляли. Я вас тоже, кстати, поздравляю, у вас прямо идеальная пара. Какая пара? Мы не пара. Вот у меня тоже вторая половинка есть, смотри. Ой, это прям... Светится прям. So cute, you know. Ты типа романтик? Ну да, не видно, что ли? Так не себе, у тебя еще и банки есть. А, вот эти, что ли? Ну да, типа да. С огурцами нету, но хотя бы такие. Да, ты ничего не скажешь. Ты про это имеешь в виду? А еще? Там не видно. Ну, укулеле. Укуляля. Не видно его. А. У вас обрезанная эта версия, скорее что ли, всего... чат-рулетки? Ё-моё, вы что не оплатили-то? Она еще и платная бывает. А ты нас полностью видишь? Полностью видишь? Да, вот у нее, короче, резинка красная заканчивается, а у тебя... Он вот это видит, а мы его даже не видим. Мы даже у себя этого не видим. Серьезно? Да. Премиум-аккаунт, девчонки. Офигеть. Вы что, в общаге, что ли? Да. А, ну, значит, надо что-то романтичное забубенить. Ну, давай. Что? У ночного огня? Вау, 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 вау. Нет, 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 только нет. А я не вот. Знаю, больше не знаю. Такого ты что, прям... больше песен не знаешь? Нет, именно прям... чтобы на гитаре было легко сыграть. Ну, вы не по ракешнику, короче, хип-хап больше. Нет, хип-хап. Давай вот прям вот то, что тебе нравки, вот прям что-то такое романтичное, нежное. Нежное? Да. Короче, давай романтичное, свою спою. У меня же тоже песня есть, что-то я забываю. Вау. Давай.
про любовь же надо? Ну, вот. Да хочешь, ты хоть про что, блядь? Ну, такая, сейчас постарайся. Не скажу, но больно отпускать. Я молчу, но хочется кричать. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Будь холодной, словно самый стойкий лед. Не влюбляйся, все же было хорошо. Я не тот, с кем будет сладко вечно страникать. Но гороскоп и журнал совместимость наших знаков. Ищешь поводы для встречи, проверяешь мои лайки. Ты подсел на любовь, ведь заразительная игла. Ты наивна и мала, и ничего не поняла. Не скажу, но больно отпускать. Я молчу, но хочется кричать. И в конце. Ну. Это охуенно, честно. И текст очень сильный, пиздец. А ты выпускаешь свои песни? Да. Я ебану. Ну да. А, как называешь? Ну, называется ник там. Ну, вот эта песня под ником Арслан вышла. Потому что это охуенно прям. И текст сильный, и вообще просто пиздец. И что ты чувствуешь, когда играешь свои песни, это просто я ебу. Эмоции. У тебя все на лице просто написано, честное слово. Спасибо, приятно. Ну, здорово. Мой мальчик. В прачечной работаете, что ли? Да что? О, нет, это просто одежда. Я просто а зачем он садится возле нее и прям так еще лицом? Типа? Потому что мне это просто день не убирать. Мне она просто ленивая, дура. А, ну зато чат рулетки можно посидеть. Да. Ты думаешь, что мы в прачечной? Ну, я не первый, что ли, кто говорит? Да, нет. Что-нибудь поем? Есть желание? О, давай. Давай батарейку Цой. Ого. Цой батарейку написал? Ой, не знаю. Так батарейку или Цоя, ё-моё? По крови давай, Михаил Круг. А, да. А этот, а Настя, звезда по имени Солнце, слышали? Давай. Да? Да, вот это. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле. Одеял лоскутный на ней город дорожной петли. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, а городу 2000 лет, прожиты под светом звезды по имени Солнце. Нифига, ты вообще крутой. Нифига, ты вообще реально крутой. А что-то понесло. Спасибо большое. Ладно, пока. Ну, пошли давай, дальше. Давай, кайфуйте, да? Пока-пока. Привет! Привет. Чё вы такие красивые? Спасибо. Не, ну так, честно. Сыграете нам? Да вы уже что-то слушаете там, я слышу. Ну, на фоне играет. А, ну ладно, могу сыграть. Только назовите, что вы там любите. Что мы любим? А что обычно просят это? Ну, всякое говно. А что бы ты хотел сейчас сыграть? Так, что-то было хорошее. Звери? Давай. Только вы, наверное, эту песню знаете. Мы просто послушаем. Точно. Давай, такая. Мир такой красивый, такой замечательный. Я сижу напротив, как же ты привлекательна. Ты в моих глазах, и мир тихонько сужается. Утро, солнце, кофе, и сейчас все решается. Я к тебе подсяду, я спрошу, ты одна.
Ты улыбнешься и скажешь мне да. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Если ты скажешь да, то все вокруг не важно, все только для тебя, для одной. Если ты скажешь да, поверь, я буду счастлив. Ты прекрасней всех, и я с тобой. Очень классно. Спасибо. А, узнали все-таки, да, песню? Конечно. Класс. Ну и как? Кого-то экстравагантного встретили? Ой, дедок один два раза нам попался. Интересный такой. Мне всегда не совестью выглядит. Чё за нам второй раз начал говорить? Я говорю, ты бы постыдился хоть немножечко. До старости лет. Хоть бы спрятал. А, спрятал сразу? А как же вы говорили с ним дважды? Потому что мы тут листаем, он попался нам опять. И опять наяривал? Да. И вы решили его проучить? Ну, мы не стали с ним разговаривать. А-а-а. Как-то не хочется видеть вот это все престарелое уныние. Ну да, блин. Не дай бог состариться, ё-моё. По традиции, все песни, которые я исполнял сегодня, вы можете скачать в моем телеграм-канале в формате MP3, поставить себя на звонок. И, кстати, это максимально дружелюбное, позитивное комьюнити, поэтому подписывайтесь. Там еще найдете неизданные реакции, которые, кстати, вы могли упустить. Я более чем уверен, что многие из вас не видели 4 новых выпуска чат-рулетки в моем сообществе ВКонтакте. Поэтому, если вам не хватило реакции, переходите в мою группу ВКонтакте. Все ссылки в описании. Приходите на концерты. Не забудьте подписаться на канал, ребят, обязательно. И погнали!